Организованная перевозка групп детей автобусами в городе Череповце осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года 11.77. На данный момент идет региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. На группу детей 21 учащийся было определено 2 сопровождающих. Перевозка осуществлялась в дневное время. Выезд группы детей осуществлялся в 14.00 из города Череповца. И, соответственно, было осуществлено сопровождение сотрудников ОГИБДД. При выезде у нас сотрудники ОГИБДД дополнительно осматривают транспортное средство, а также при выпуске из транспортной компании средство также осматривается со стороны технических сотрудников уже именно транспортной компании. Дополнительно были направлены сведения нам о водителе. Данные сведения были переданы сопровождающим педагогам. То есть водитель, соответственно, должен по требованиям не менее 1 года работать в категории D. Автобус выпуска был 2011 года, что соответствует требованиям. Это меньше 10 лет эксплуатации транспортного средства. Вчера сразу же произведена информационная беседа с законными представителями со стороны управления образования и со стороны администрации общеобразовательных учреждений. Были разъяснены определенные моменты, после чего со стороны законных представителей претензий в адрес управления образования и организаторов не последовало. На данный момент все условия обеспечены, комфортные условия, и была проведена беседа с детьми, которые, соответственно, тоже изъявили желание принимать участие в данном мероприятии, а не возвращаться домой.